Машинхандл Лекокека. Уже более 20 лет семейных традиций в реновировании молочного оборудования по всему миру. Машинхандл Лекокека. Бренд мастерства и качества. Заслуженная репутация в молочной промышленности. Знания и опыт – вот сила компании. Машинхандл Лекокека обладает передовыми знаниями и технологиями по реновированию оборудования до заводского состояния с наилучшими доработками. Нас не пугают запчасти, снятые с производства. Мы в состоянии самостоятельно изготовить альтернативу в своих цехах. Как только информация о проекте достигла электротехников, проводка и электроника подвергнутся полной замене современным оборудованием управления и измерения. Все части без исключения подвергаются реновированию или замене перед тем, как будут установлены. И в завершении оборудование тщательно тестируется для достижения максимальной отдачи на производстве. Основатель компании Кейс Леккер-Кеккер. Вместе со своей женой Яни, сыном Нилсом и дочерью Маришкой успешно руководит компанией. Более 50 преданных сотрудников работают над новыми разработками и повышению репутации компании. Они сотрудничают с клиентами по всему миру. Профессиональные сотрудники владеют несколькими языками для достижения наилучших показателей в общении. В российском регионе у нас имеется достаточное количество сырных фабрик. Репутация компании каждый месяц привлекает десятки заинтересованных заказчиков на фабрику Лекокека. После обзорного осмотра обсуждаются перспективы сотрудничества и временные рамки проекта. В производственных цехах клиенты могут удостовериться в профессиональном подходе к реновированию машин до заводского состояния, включая укомплектовку современным оборудованием. С гордостью приглашаем к сотрудничеству в другой области семейного бизнеса. Лебакас. Фабрика по производству сливочного сыра и масла. Так же, как и Касифуд, является производителем сырной продукции высокого качества. Фабрика Натюрхуфе. Производитель высококачественных йогуртов и разнообразных десертов. Все эти компании продуктивно и долго работают на оборудовании, реновированном фабрикой Машинхандл Лекокека. Сразу после согласования и подписания контракта начинается ответственная работа. Отдел проектирования приступает к созданию чертежа. Детальная разрисовка вида сверху. А механики информируются о проекте своевременно. После этого процесс ускоряется, каждый отдел работает как хорошо смазанный механизм. Основываясь на графике работ, оборудование будет собрано с компонентами в единое целое. Как только соединительные магистрали и электроника установлены, время тестового запуска. На время тестового пуска заказчику предлагается присутствовать лично. Наконец, после тщательного тестирования, оборудование может начать путь на фабрику заказчика. Как только оборудование достигнет заказчика, наш инженер будет готов выехать на место для проведения пуска наладочных работ и обучения персонала.
Более 20 лет и более 700 успешных проектов по всему миру в 120 странах. С первоклассным послепродажным обслуживанием. Машинхандл Лека Кека – семейный бизнес, смотрящий в будущее с более чем 20-летним опытом, знаниями, преданными и профессиональными сотрудниками. Машинхандл Лека Кека – ваш надежный партнер в переработке молока сегодня, завтра и по всему миру.